такой стартовый номер. Она также уже имеет в своем активе бронзовый медаль с лишней статьей. Номером Анастасия Пашкова, Россия. Седьмой номер Анна Викулова, Россия. Далее, восьмой номер. Ирина Воровинец, сборная Украины. У Ирины уже серебряная медаль в активе. Тем командам, которые являются основными составами, не вторые, не третьи, не четвертые составы, именно первые составы борются сегодня за раз. Сегодня а у нас это самое, где нормально. На дистанции 7,5 километров под первым номером. Первый день 19 сентября у Юлии Джимы был... Практически не имеет смысла представлять Светлану, мастер спорта. Уже успела Светлана отметиться на пьедестале почета в первый соревновательный день. Змея Йоханитесова, сборная команда Лига, 12-й стартовый Украина. Тема со старта на дистанцию отправилась Валентина Семеренко, 17-й стартовый номер. Но тем временем бежит Каландова, сборная команды Чехии. Рассказывай. Мария, расскажите, вот летний биатлон для вас лично, что он значит, успехи, вот эти вот медали, это на самом деле... Не зимний биатлон, какой-то другой биатлон. И, ну, что для вас значит летний биатлон? Летний биатлон, конечно, специфический вид спорта, так скажем, потому что не каждый умеет на роллерах. Некоторые боятся, потому что все-таки это асфальт, падение, травмы. Вот. Для меня результаты в летнем биатлоне – это такой немножко… Это просто был этап подготовки к зимнему. Все-таки для меня все же зимний был выше. И то, что в летнем были результаты, это, конечно, я была рада, но все-таки хотелось, чтобы в зимнем были не менее достойные результаты. Жаль, что не развивается летний биатлон так, как зимний, потому что на самом деле очень интересно, и погодные условия способствуют, когда солнце, приятно смотреть, тепло и для зрителей, и для спортсменов. Надеюсь, что все-таки будет развиваться и дальше. Большое спасибо. Смотри, смотри, идет. Это уже ветер. Вот. Вон они идут уже! Коля! Давай сюда, запусти!